Германия создаст свою систему спутников-шпионов. Берлин выделил 400 миллионов евро на 3 разведывательных спутника. Берлин уже до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление 3 спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии, BND. Об этом сообщают газеты медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на источники. По информации медиагруппы, Комитет Бундестага по бюджету в июне уже одобрил выделение 400 миллионов евро на эти цели. На создание космической разведывательной системы для ФРГ под названием Георг претендует авиастроительная компания Airbus и немецкая ракетно-космическая корпорация ООБ. Ожидается, что проектом может заинтересоваться израильский военно-промышленный концерн ИАИ. Планируется запустить спутники на орбиту Земли в начале 2020-х годов. Система Георг нужна для того, чтобы BND могла быстро и самостоятельно собирать данные и предоставлять правительству ФРГ максимально независимые и актуальные оценки ситуации в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland документ ведомства федерального канцлера. Порой недостаточно генерировать информацию, завися от третьих сторон, и закупать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их у международных партнеров, говорится также в документе. Ранее спецслужбы Германии потребовали расширения полномочий. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта news.com.